сработка жерлицы. Валера выдвинулся с одной стороны. Заходим с двух сторон. Посмотрим, что там будет. Мотает резво достаточно. Ну, хоть может четвертая будет хотя бы килушка. Две сработки. Валера, Валер, кто из сначала? Двойная сработка. Не спеши, не дергай. Не спеши, не спеши, Валер. Ничего не делай. Стой. Дергай вверх вместе с катушкой. Не спеши, не спеши, по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Двумя пальчиками. Двумя пальчиками. Двумя пальчиками сказал. Сказал двумя пальчиками. Не тяни вверх его сильно. Выплюнула. Выплюнула. Поздравляю, выплюнула. Ложи ее. Бросай. Она сначала ослабла так. Я понял. Бросай, пойдем дальше. Поздравляю. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. А ну-ка. Первая щука у Валерьяна. Так, 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 так. О, мотает. Да. С этой делаешь то же самое. Сейчас начинаю мотать. Хватаешь, дергаешь все вниз. Выключи звук. А, это или... Небольшая. Ну, ту я тихо, пальцами, тихо, пальцами тихо. Не мог удержать. Нормально. Смотри. Раз. Не надо ничего делать. Ничего делать не надо. Уходят, отпускаем. Смотри, показывай. Угу. Вот держим двумя пальчиками, видишь? Смотри. Да вижу, вижу. Уходят. Остановилась. Да, у меня как замкнуло руки. Смотри, два пальца. У меня... Возьми двумя пальцами. Как канат. Не держи сильно. Просто подержи двумя пальчиками. Держу, держу. Двумя хочу видеть. Ты можешь просто взять и подержать? Вот надо же тянуть. Так она же выплюнет. Послушай, держи двумя пальцами и по чуть-чуть. Поздравляю с двойным уловом. Да ладно, двойным. А ну, эмоции. Ну, твои впечатления, а расскажи. Впечатления, ни хера себе впечатления. Это ж твои первые щуки, правильно, на жерлице? Да. Маленькая, не сильная. Заметь, что означает выход щуки.
двойная поклевка одновременно. А до этого час фактически, да? Угу. Ничего, ну это маленькое. Это сколько? Грамм 700, наверное. Что там? Глубоко. Заезд. Ну положи ее, пусть полежит. Как его оттуда вытянуть? Я возьму, у меня есть экстрактор, достань. Отложи от лунки чуть дальше, пусть она чуть-чуть полежит. Ты свои это инструмент не потеряй. Это, судя по всему, даже лунка. Да в небе застряла. А? В небе застряла. Алло, да, я слушаю. Ну, нормально, вот сейчас с Валерой две щучки пойдут. Не, нормально. Да. Ир, что-то срочное. Да, Кисси, я тебя переношу. Ага. Да. Надо все отфотографировать, все отснять. Ну что, сердце телепается? Ноги трусятся. Сердце нет. Сердце все в порядке, да? А ну вперед выйдет у нее. Так, о. Ну так чувствуется, что ж уже сразу полкило веса прибавило, как минимум. Держи. За край. Ну, тут видишь, какие крупные крючки. Угу. Это на крупную достаточно щупа. Хотя так, еле-еле. О, живой! Живой, перезарядим сейчас. Вот я ж чего хотел. Ты, кстати, вот эти вот штуки ты не выплюнешь? Да я ж... Чтоб помню, ты там в снегу не лазил низко. Выплевывал, ты же сбегал. Смотри, ставь, пожалуйста, эту жертву назад. Да. Посмотри, чтобы не было пики. Да. Ну, такая красота. Да. Грамм 800, может 900. Может кило. С двумя своими первыми щуками на жерлице. Так вот и на команду. Попробуй. Первого раза не привык. Положи их сюда, куда они не денутся.